Фонарь станционного смотрителя, сигнальные флажки, каски строителей БАМа, ну и, конечно, фотографии. Все эти вещи хранят в себе частичку истории создания Забайкальской железной дороги, значимость которой для нашего региона трудно переоценить. Первая ветка ЗАБЖД была сдана в эксплуатацию в 1900 году. За это время сотни тысяч людей так или иначе связали с ней свою судьбу. Сегодня железная дорога – это, по сути дела, кровеносная система, которая поддерживает всю экономику нашей страны. Если говорить о роли Забайкальской железной дороги, то это дорога, которая связывает все железные дороги России со всеми железными дорогами Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона. Выставка, открывшаяся сегодня, продлится еще как минимум 2 недели. Посетить ее смогут все желающие, но рассчитана она в первую очередь на любопытные детские умы. Так, самыми первыми посетителями выставки стали ребята, обучающиеся на малой железной дороге. Впрочем, и тем, кто пока себя в роли железнодорожника не представляет, тоже было интересно. Мне больше понравились виды кассов. Вот. Но они такие оригинальные, каждая по-своему. Возможно, в будущем Тоня или кто-нибудь из ее друзей сами станут создателями истории новой железной дороги. Ведь ее строительство и сегодня идет полным ходом. Так, на данный момент в Забайкалье проложена новая ветка на Нарын-Лугакан, а в перспективе запланировано строительство еще нескольких. Светлана Тулунова, Виталий Литвинцев, Время новостей.